Всем привет! Сегодня я расскажу, как я сделала шапку на мой YouTube канал. Конечно же, я не профессионал в этой области, я мало знаю Photoshop, но покажу вам основные элементы, как сделать очень быстро. Ну, во-первых, мы открываем сам Photoshop, и нам нужно сделать правильную область для YouTube канала. У меня никак не получилось залить рамку, на самом деле. Нужно что было сделать? Нужно нажать «Файл», «Создать», и вот здесь вам нужно указать параметры шапки. Вот это самое важное. 2560 на высоту 1440. Делаем. Окей, все, сделали вот этот вот наш фон. Дальше нам нужно залить фотографии, которые нам нужны непосредственно в слои. Для этого я скачала фон, который мне понравился. Это вот так вот первый фон. Сейчас мы его подредактируем. Два раза нажимаем, он сохраняется. Второй слой я взяла фотографию своей фотосессии. Дополнительно до этого обрезала лишний фон, убрала. То есть вот здесь вот, например, я вот так заливаю его, да? Нажимаю два раза, он сохраняется. Третий фон мне нужен. Я нашла вот так вот, вот такой значок «Подпишись на YouTube канал». Тоже где-то взяла, обрезала, отдельно сделала, составила элемент. Вот мне такой понравился значок. То есть я вот здесь, ну вот я поставила его здесь к башенкам. Два раза сохранила. Также у меня был уже такой вот логотип. Я его сделала. Точнее, как мне его придумала компания Oriflame, награждала меня с новым званием, поздравляла. Я просто оттуда скопировала, мне он очень понравился. Вот так же сделала. И вот, у меня появилась вот такая шапочка. Дальше здесь, что нужно делать? Файл сохранить как? А вот здесь важно выбрать, вот, например, я шаблон 10 ставлю. Я все пыталась, да, смотрела, какой больше понравился. Но здесь важно нам выбрать именно PNG формат для того, чтобы было максимальное качество. Save, сохраняем, окей. Что дальше? Мы переходим на наш YouTube канал, нажимаем здесь редактировать, изменить оформление канала, выбираем файл на компьютере. Вот, шапка 6. Да, ну, как бы я его вылизывала, скажем так, для своего канала. Вот, сейчас я изменять не буду, потому что небольшие вот у меня значочки, ну, как я его двигала, шапочку. То есть мы просто сохраняем, он вам показывает, как может выглядеть ваш канал, когда по телевизору показывается, на мобильных устройствах и так далее. Отменить, и просто вы сохраняете. Ну вот и все. Если видео вам было полезным, ставьте, конечно же, лайк. Это мне очень помогает, вдохновляет меня на новые видео. Ну все, пока-пока!